Здравствуйте, Мария Ивановна. Я вот хотела спросить, почему вы не водили меня, когда я была в отпуске? Меня приказ тер, что я в отпуске. Нет, хорошо. Чем ты зачем ко мне заходишь? Я что, табель веду? Или вот эти отпуска потому веду? Что вы же уволили. Кто, я уволила? Кто теперь? Рот закрой, блядь. Ты мне что, будешь указывать, кто уволил? Да мне же манить все. А что ты мне стоишь? Адам Кешли, говоришь, ты, блядь, салага. Мне говоришь, что Адам Кешли? Почему? Да ты извиняй, тебя вытащил откуда? Откуда вы меня вытащили? Ты, извини, сидела здесь, спала целыми днями. Правильно ты тебе говоришь? Я не спала здесь, не я надо. Я тебе еще раз говорю. Я здесь не спала. Пиши жалуйся, Лаура. Пишите объяснительную. Только приказ был, да, что я в отпуске. Взяли, когда я... Вообще, я Адам в отпуске был, Ангезе, нельзя вот, увольнять. Я тебе еще раз говорю. Ты, прежде чем ко мне заходить, еще раз я тебе говорю. Такие, как ты, немало их ломала. И не надо мне, говорит, Адам Кешлик, Адам...